Здравствуйте, здравствуйте! ДХТВ приглашает вас в столицу, где местная «Динамо» сразится с «Сибирью». Посмотрим, что у этих парней получится. Горкин закрывает синюю линию и сразу идет вперед, обостряет защитник. Отличный момент! И шайба залетает с ворот. Комбинация, да. И как раз только хотел похвалить Горкина, Шарова за их индивидуальные действия. И как сразу они забрасывают шайбу. Это, по-моему, Егор Миловзоров, насколько я понимаю. И Олег Ли, да. Передачу как раз отдавал Олег Ли. Да, там просто как по нотам разыграли эту комбинацию. Отличная шайба сибиряков. Как, когда Сибирь забивает в большинстве, они пропускают потом. Да, посмотрим, сработает ли эта закономерность. У «Динамо» выход 2 в 1. Передача и великолепное завершение в меньшинстве. Просто сказочная атака получилась. И Муранов красавчик. Да, отличная шайба в исполнении «Динамо». Перехватили, убежали 2 в 1. И как по нотам разыграли эту комбинацию. Представители первого звена «Динамо» принимали шайбу, но у бортов. Чтобы не было интересных вариантов для развития атаки. А вот вам интересный вариант. Бросал Яшкин. А вот бросает Шипачев. И шайба залетает в ворота. 2-1. Сумбур возник перед воротами в Сибири. И рикошет. Рикошет. Двойной рикошет был. Рухома бросает. Попадает. Опасно, да. Шлем Гарипову. Очень опасный бросок в исполнении Рухома сейчас был. И добивание. Вот шайба в концовке Шаров периода. Нашел свой момент под воротами. Гарипов был оглушен тем, что шайба попала ему в шлем. Я не знаю, как это повлияло это на данный эпизод, но Сибирь использовал свой шанс. Да. Гавлицкий прокатился мимо Горкина. Шипачев в роли плеймейкера. Шипачев отправляет шайбу Чайковски. Сергеев. Кагарлицкий. Добивание. Яшки. Да, опять хочу отметить, конечно, передачу Андрея Сергеева. Яшкин такие моменты не упускает. Не зря человек уже больше 30 шайб забросил. 31-е. Лучший снайпер континентальной хоккейной лиги отличился. 31-й гол в нынешнем сезоне. Алексеев закрывает зону. Успел закрыть. Вот он на дальний от нас борт. Чесалин. На дальний борт. Послал шайбу. Поздравление. 3-3. С таких позиций нужно было атаковать новосибирцев. Вспомним гол Миловзорова, да? И в аналогичной ситуации он бросил, и шайба зашла. Да, и такой же, что там было, и конечно, защит, что здесь шайба попала в Волкова, отлетела ворота, что и в первом игровом моменте. Уходит Рохома. Прям по центру, да, и забивает. Здорово, убрал неудобную, потом опять неудобную, и на Чайков направляет на шайбу. Но Рохома, кстати, в 18 последних матчах не забивал. Чем ответит? А тренерский штаб «Динамо» верит в Тарасова. Все зависит от него. Сатаря сбивает! Сибирь с победой. Так, конечно, сегодня Сибирь, она была нужнее. Все-таки они бьются за плей-офф, да, «Динамо» бьется за попадание в первую четверку, чтобы обеспечить себе домашние игры в серии плей-офф. Но Сибирь сегодня проявила характер. Хорошая булитная серия была. Спасибо командам за этот великолепный матч.